Всем привет! С вами Мистика, игра «Страна воинов». Сегодня я вам расскажу об артефактах. Иконка артефактов находится на нижней панели вашей игры. Но сразу же скажу, что у меня эта функция открылась вот буквально несколько минут назад. Как вы видите, я еще как бы не очень большой уровень, поэтому эту функцию я буду изучать вместе с вами. Так, значит, проходим во вкладку артефакты. Изначально нас сразу же она открывается у нас на функции призыва. Ну, так как у нас еще нет ни одного артефакта, нас выкинуло на функцию призыва. Ну вот я как вижу, здесь есть несколько видов призыва. То есть за монеты 1 раз 50 монет, 10 раз 500 монет и заметь 1 раз 20 тысяч и 10 раз 200 тысяч. Вот. Выпал нам артефакт, меч героя, атака, плюс 200. И нам нужно его установить. Так, вот мы установили артефакт. Так, ну вот теперь я немножко поняла. Это получается в основном во всех играх, как это сказать, астралы, да? То есть здесь это артефакты, а в остальных играх в основном это астралы или созвездия, вот что-то подобное. Так, следующая вкладка, ну, вкладку надеть, значит, мы одели артефакт, атака плюс 200. Следующая вкладка улучшение. Так, а что у нас идет в расход? Так, бодрость. Так, вот улучшили мы, значит, на 40. Ну, как? Вот третий уровень, ну, как? Удобненько, как улучшается. Сразу раз и уровень. Не надо сидеть и долго-долго выбивать астралы. Так, ну вот помощник, учитель, самоучитель нас выгоняет из этой функции. Давайте сделаем так, чтобы он нам не мешал. Так, обработка. Так, в обработку у нас, значит, ничего нету. Я так понимаю, в обработку попадают астралы, которые не одеты. Давайте призовем еще один астрал. Так, нет, бодрость призвали. Так, бодрость нам нужна, получается, для того, чтобы улучшать наши астралы. Вот. Давайте 10 раз призовем. Так, одеть. Да, вот у нас появились атака 3. Вот, видите, получается, каждый артефакт встает только в свою ячейку. И получается атака, здоровье, защита, атака 1, атака 3, защита 2. Видите, как оно все тут интересненько. Так, и улучшать, значит, бодрости можем, да? Угу. Интересно, забавно сделали. Так, разобрать, я так понимаю, мы можем только то, что не одето. Давайте попробуем. Ну да, вот мы можем разобрать артефакт, что нам это даст. Нам это дало, то есть вот мы разобрали синие артефакты, нам дало 100 бодрости. Угу. Так, дальше. Обработка нет, в обработке опять ничего нету. Значит, в обработку, скорее всего, попадают только уже какие-то прокачанные, наверное, астралы. Это потому, что ничего здесь. Так, ну давайте еще раз призовем. Угу, вот у нас опять атака 1. Здесь это еще что хорошо, быстрая установка. Раз. И все, которые астралы могут, вы можете их раз поставить, они сами автоматически встали на свои места. Удобно, очень удобно. Забавно, конечно, сделали, нравится мне. Так, ну вот, в принципе, все, что я вам хотела об этом рассказать. Видеоролик создан специально для канала YouTube RBK Games. Подписывайтесь на канал, смотрите видеогайды. Также вступайте в нашу группу RBK Games ВКонтакте. Принимайте участие в конкурсах. Выигрывайте монетки. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.